чтобы медицинская помощь была мобильной и своевременной. В участковой больнице села Солдатского Староскольского района появился новый автомобиль. На покупку транспорта средства выделила компания «Металлоинвест» по инициативе директора по производству Андрея Угарова. Лечебное учреждение, которому в этом году исполняется 100 лет, обслуживает 6 тысяч жителей окрестных деревень. Самая дальняя точка – поселок Петровский, на расстоянии 50 километров. Поэтому надежный транспорт был необходим как воздух. Прийти на выручку в самую нужную минуту, облегчить боль, спасти жизнь. Теперь этот автомобиль не просто средство передвижения, а настоящее подспорье в деле охраны здоровья. Это действительно необходимость и нужда для медицинского учреждения. Поэтому событие сегодняшнее долгожданное. Сегодня просто необходимо откликаться на проблемы сел, на положение здравоохранения в таких больницах, как в Солдатском, уверен депутат Белгородской областной думы Андрей Угаров. Село всегда было основой нашей великой страны. Понятно, что за время разных перетурбаций в нашей стране значимость села очень сильно снижалась и с точки зрения школ, больниц, но как бы и в стране очень усиливаем все время, и в Старомосковском городском округе, конечно, в силу разных причин немного чуть-чуть возрождается. Конечно, масса проблем. Я по дороге проехал сейчас, вот как свернули. Понятно, какая тут дорога, и тоже надо заниматься. Поэтому, ну что, у вас с праздником. В торжественной обстановке Андрей Угаров передал ключи главному врачу больницы Олегу Груздову. Я думаю, много проблем будет решено, и качество медицинского обслуживания на селе будет более высоким. К доброму, чуткому отношению медиков к своим пациентам теперь добавится и мобильность, радуется фельдшер Татьяна Мишина. Она на протяжении 23 лет работы в Солдатской больнице помогла сотням односельчан и жителям округи. В последние годы буквально не жалея ног. Старый УАЗ со 100% износом каждый раз подводил на дороге. Мы думаем, что будет лучше, будет легче. Будет она всегда у нас как палочка-выручалочка. И мы надеемся, что люди это увидят, оценят. С такой надежной машиной мы не подведем, обещают сотрудники Солдатской больницы. И во втором столетии лечебного учреждения они продолжат быть верными заветам Гиппократа. Пресс-служба ОМГ для Мира Белогорья.